Я продлил контракт еще на год, то есть до 24 года, до 31 мая 24 года я еще в клубе остаюсь. А там выйдем в Суперлигу, может, и пролонгируешь? Не знаю, будем смотреть в любом случае. Я бы надеялся бы, то, чтобы и пацаны также поддержали эту идею остаться. Я бы хотел, конечно, остаться надолго, чтобы, блин, просто Каустик расцветал. То есть мы бы это задали там 2006 год, и там все остальные начали подходить, и гандбол бы жил. Но не знаю, как, потому что... Ну, сейчас так Рафаэль Назирович думает, он хочет всех оставить. Я думаю, он хочет, чтобы, блин, команда сейчас наигралась, и вот этот состав стал более опытный, более сплоченный, более игровитый. Ну и мы просто взяли и порвали всех.